Всем привет, дорогие друзья, с вами Милден, и добро пожаловать на новенькую серию по новым горизонтам Грек Теха. Заигрался я немножечко, Записываю эту, записываю эту серию я уже спустя... Блин, мне кажется, уже к месяцу подходит время. В общем, я дофига тут всего понаделал, сидел, играл. Ну, почему бы, да? Сильно много всего не сделал, но ресурсы скопились, и сейчас расскажу, что вообще изменилось в нем. Ну, во-первых, как вы можете заметить, QFT еще одну поставил. Тоже второго уровня, и на другую пыльку тут один просто слишком долго крутит одну, а вторая копится и копится. Поставил, теперь работают две второго тира на две разные пыльки на квадах, заряженные и вроде бы обычные. А это уже система у меня, которую я очень долго переносил с третьей базы. Переработка чисто только на квадре. Так, ну во-первых, вот эти две машинки, они перерабатывают то, что... Я уже сам забыл за это все время. А, ну да. Заряжена на квадах пылька, которую вот там получаем. А здесь у нас инертник на квадах. Вот. А, вот третью поставил, это уже переработка на квадре. Здесь у меня приходит жидкая на квадре, Rich Solution. И идет дальше переработка. И вот эта вся система от нее. То есть вначале в бластухе, да? Так. Ну, сейчас разберемся. Ну, в общем, сначала здесь у меня переработка вся идет, основная. Это вся та же самая система, что была на третьей базе, просто я сюда перенес. И вот потихоньку тут все крутится. Мне нужно больше миллиарда на квадре Rich Solution. Хоть здесь количество либо увеличивать, либо вверх просто еще увеличить быстрее. Ну, хотя и так он тратит полсекунды на один заход. Ну, да ладно. На квадре копится по чуть-чуть, хотя бы хоть какая-то, чтобы была. Потому что на квадре самое важное, как по мне. Так как на квадах и заряженных квадах у нас вот так уже производится. Здесь у меня две печки стоят на обжиг. Хотя давайте лучше покажу. У меня здесь получается. Приходит заряженный на квадах. И он перерабатывается в жидкость. А именно в оксид на квадах... А, да, в оксид на квадах эмульсия вроде бы. Да, все верно. Она идет уже на квадах эмульсию. И вот тут уже идет дальше по цепочечке. Опять же, сравниваю, сколько у меня есть на квадаха. Если на квадаха и заряжен на квадаха. Хотя здесь на квадре, да? Да. Если больше, то закидывается, тоже перерабатывается. Ну, потому что как бы это все нужно мне. Но и опять же не хочу весь на квадах и на квадре тратить. Это все производится, чтобы у меня здесь копилась жидкость МК-3. Вот для вот этой штуки мне на квадре нужно. Здесь, конечно, пока проблема простое с уранием. Но слишком долго создается, надо просто увеличить, мне кажется, количество производства. Ну а так, везде теперь у меня есть энергия, точнее жидкость для энергии на кодах level 4. Это хорошо, везде 64 еще прекрасно, надолго хватит. Так что энергия есть, можем играться дальше с вами спокойно, и это не может не радовать. Вот, а я бы хотел бы позаниматься вот этим. Как бы я хотел бы уже себе Динамо Хэтч Энерджи Хэтч на 33 тысячи миллионов. Здесь нам нужен суперкондуктор UEV. И вот к нему-то мы с вами и пойдем. То есть производство этих слитков осуществляется при смешивании в миксере вот этих четырех пылек. Давайте вот с этого начнем. Оп, оп, оп. Это у нас двоечка. Это у нас 32 миллиона. Висмутовая плазма и 4 пыльки. Пока что не все у нас есть. Но мы пока с вами это все дело хотя бы поставим рецептик. Поставил здесь отдельный себе миксер. Ну и все.
кажется. О, сейчас он уже сделает себе вот этот суперкондуктор UUV, его уже тира. Но нет, нам до него еще как до Китая. Хотя бы просто рецепт воткнули, то уже хорошо. И смотрим. Нам нужен полимерный радокс. Ну вот, вот они все четыре. Вот это берем. Вот, Опа. Хотя нет, это я поставил. Ну-ка, создается. Идеально. Слиток и потом в пылечку. Следующий. Хроматик глэс. Тоже у нас есть. И это не может не радовать. Тоже. Пусть создается. И вот две пыльки осталось. Начнем. Рхугнор. Которого у нас нету. У нас из него только жидкость. Поэтому нам нужно будет записать рецептики. Жидкость. Закинуть. Вот так вот. Хотя, вначале запишем. Вот такой крафт. Это чтобы получить пыльку. А теперь, чтобы получить слиток, нам нужно это дело расплавить. О, сплавить, блин. Ну, в общем, вы меня поняли. Надеюсь. Оп. Вот тебе и слиток. Так, с этим мы разобрались. И останется у нас всего лишь одна пылечка. Вот это будет основа. Так, давайте как сразу проверять. Оп, оп. Смотрим. И проверим, как все это создастся. Теперь нам нужен, наконец-то, Transcendent Metal Dust. Создается он из тессеракта. Тессеракт нам нужно будет создать. Так. Ничего такого сверхъестественного здесь нету. Все доступное. А вот интересно. Тут жидкости. Инфинит. А хотя вот здесь. Хотя одна и та же жидкость, все отлично. Ничего там добавочного не надо будет ставить. Хорошо. Так, нам до сюда только так бежать. Рецепт мы записали. Ладно. Случайно закрыл. Приходит предмет и приходит жидкость. Отдает предмет, отдает жидкость. Я еще раз перепроверю. Отдает предмет, отдает жидкость. Идеально. Ну, а теперь давайте проверять. Первый тессер. Ага, конечно. Я думал, сейчас уже запущу. Угу. Размечтался. Не всех палочек хватает. Надо это дело поправить. Теперь другой разговор. Давайте запустим, посмотрим, что из этого получится. Это пока уберем. Так, ну получим мы с вами жидкий тессеракт. Точнее, ну получим мы с вами сырой тессеракт. Что мы сможем с ним сделать? Можем закинуть лазер, получить энергетический тессеракт. Тоже сейчас запишем. Сможем закинуть в ДТПФ и из него получить транспорт. Дент металл в нужном количестве, но это уже Eternal. Нам не подходит. Да и не все у нас есть, но про вот это вроде нету. Можем мы... Да. В мастератор закинуть и получить тот самый Transcendent Metal Dust, который нам и нужен. Мастератор, кстати, на 32К. Можем изучить и получить уже Wireless Energy Hedge. Это вроде бы тот самый Energy Hedge,
которые вы все мне спрашиваете, почему ты не используешь там беспроводной, не беспроводной, беспроводные Energy Hedge, вроде бы это вот эта штука, и там уже друг из друга вот она изучается, нужно тебе тир, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну вы поняли. Вау. А зачем эта штука нужна? Кажется, что-то... Ну ладно, не трогаю. Мне вообще надо будет тоже запойти. Что еще тут? Сможем использовать это для создания... Ёптой. Что вы такое? Спейстайм. Вау. Прикольно. Кстати, что я вспомнил как раз? Какую-то жидкость хотел поставить на производство. На производство в фузионочку. Точно. Сейчас найду эту жидкость. Аганезон. Вот. Аганезон закидывать в фузионочку, чтобы получать метастейбл аганезон. Это то, что нам нужно. Хотя крафт смысл, не? Мы с вами зайдем сюда. Так капсулу добавим. И вот так капсулу добавим. Вот с этим тоже нужно будет разобраться. Идем к фузионочкам. И я тут начал добавлять новые линии фузионки. Хе-хе. Чем выдам? Вот сюда, значит. Первая жидкость. Вторая жидкость. Но первая жидкость у нас есть. А вторую у нас нету. И тоже этим делом нужно будет позаниматься. Я ее не трогал, потому что там чего-то мне не хватало. А, вроде бы заряжен на квадах у меня заканчивался на тот момент. Как это дело создается? Ну вот, заряжен на квадах. Тританиум, черный... Плутоний и Калифорниум. Это нам все нужно будет закинуть в миксер. Четвертая микросхемка. Кстати, там я забыл двойку поставить. Ну ладно. Четвертая микросхемка. Быстро все соединяется. Прекрасно. Так. А, ну вообще-то нет, миксер. Ну ладно. Тут четверочка, да? Сейчас поищем. Блин, тут у меня стоит все еще старая система. А, кстати, я и так ее создаю, ема. Старая система, надо будет как-нибудь апдейт сделать. А, ну и пока не забыл, а то в будущем буду опять тупить. Думать, почему мир не создается. Вот здесь двоечка, все. Все, душа спокойна. То есть получается, я уже эту пыльку создаю. А интересно, слитки превращаю, нет? Энри... Чит. Наричит на кода халой. Вот он есть. На кода. О! А это дело-то у меня есть, оказывается. Тьфу ты. Я, видимо, позаботился об этом. Слиток в капельку. Идеально. Даже 10 тысяч создал. Видимо, когда-то давно тоже. Решил поставить это дело. Думаю, пригодится, почему бы и да. Что закидываешь? Вот это надо. Делает капли из... Нет. Постоянно путаю. Где из капель в слитки, где из слиток в капли, блин. Вот. Блин, показалось, что как будто он уже у меня был. Да. Загоняюсь чуть-чуть. Опа. Стоп, 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 стоп. Ну да. Ну, будет он. Точнее, умеет. Но ничего более. Нам-то нужно в жидком виде. Поэтому нужно будет обратиться к этой системе, наверное, нарастить. И что-то с этим сделать. У тебя вот два места еще есть.
Опа, кстати, ты с Аракты готовы. Ладно, вернемся к ним попозже. Ну что ж, смотрите, что будет у нас. Так, во-первых, наверное, остановлю, а то он сейчас, знаю его. Только поставлю output hash, так он сразу жидкость туда выльет. Так. Это готово. Это сюда. Сюда. Ну и все. Проверка связи. Идеально. Мы осталось все дело только вот так вот подцепить. Хотя я не уверен, что тут хватит каналов. Нет, хватает. Тихо, тихо, тихо. Вот сейчас все сломаю нафиг. Ну, погнали проверять. Так. Жидкость пришла. Жидкость пришла. Энергия. Ну, вроде бы я ничего не упустил, все подцепил. Ну и запуск состоялся. Осталось нам только тен какой-нибудь. Тоже, наверное, на 4 миллиона. Или нет, давайте на 8 возьмем. Хотя бы. Хотя вот 16 как раз смотрит на меня. О, первая жидкость появилась. Зачем она нужна нам будет? Ну, во-первых, как минимум, вот для вот этого, видите, много ее нужно будет, чтобы производить. Кстати, точно, надо как-то вернуться нам к компактной фузионке построить. Все забываю про нее. 100% в каких-нибудь слитках, где-то там в палочках, либо где-то еще будет использоваться. Как вы видите, здесь тоже у нас 3 крафта. А вот и, кстати, гармония. В общем, жидкость нужная, пусть создается не спеша, я отвлекать ее не собираюсь. Ну так вот, у нас должны быть квесты, во, жидкий тессеракт, жидкий, блин, сырой. Как бы это мы отметили, теперь записываем рецепт на переработку в массераторе 32, блин, надо посмотреть. 1:8. Ну-ка, сколько я сюда энергии подвожу? А, я сверху подвожу. Обычно снизу. Так, проверочка. 8 миллионов. Надо нарастить темп. Так. Сколько у меня получается? 4. А, я вот это я запитываю. Одним энерджи хэтчем, сразу 2 машинки. Вот это я умный. Скобочка. Зачем я это так делаю? Ну да ладно. Давайте вот здесь. Вообще при хорошем раскладе нужно здесь 2 отдельных поставить, чтобы не было общего, а то боюсь, что будет уничтожаться.
Ну, сильно отлетать далеко не будем. Давайте записывать. Трансцендент металл. Поехали. Одну штучечку мне, пожалуйста. Хотя по квесту 8. А, он и так сделал. Ну ладно. Не страшно. Вот они, 8 штучек. Квест мы завершили. Аллилуйя. И нас уже отправляют в Space Time инготы. Ух. Красота. Так вот. Мы вообще все начали это делать с чего? Мы хотели делать суперкондукторы. Ну да, мы получим пыльку сейчас уже. Без проблем. Но нам нужно будет ее обжарить. Обжарка здесь Этернал. Этернал катушки. Капец. Койл. Смотрим. Вот они у нас красивые. Создаются они уже из Микки и Space Time. Eternal Singularность. Ух. Space Time. Как ты у нас, голубчик, производишься? Ну-ка, давайте с пыльки начнем. Чисто посмотреть. Нет, такого добра нету. Давайте жидкости. Жидкость — это ДТПФ. То есть нам нужно будет такой вот взять тессеракт. На миллион энергии, на хипогению ДТПФ. То есть нам нужно сейчас углубиться в хипоген. И там только сможем с Space Time получать. Хипоген, инфинити. Ну то есть, как бы, опа. А это прикольно. Тут больше энергии. Но в два раза быстрее. Хипоген не тратишь, но, наверное, сюда будем тратить. Это всего лишь МК-3 фузионки. Ну, прикольно. Прикольно мне. Space Time. Вообще, новые границы у нас открылись. Это не может не радовать. Хотя... Да, давайте. Мы напишем сюда. И... Опа. В смысле, у меня нету висмутовой плазмы? Висмутовая плазма должна быть. Цинк и танталум. Ну, видимо, опять ГТМЕ там оторвалась. Ладно, 5 сек, посмотрю. Проблема была в танталуме. Танталум у меня закончился в фузионке. Ну, не досоздавался он. И в итоге у меня данная плазма не создавалась. Так, сейчас я еще на всякий случай поставлю производство. Ну, чтобы хотя бы, не знаю, чуть-чуть, но было в сети всегда. Так. Ну, в общем, сейчас виснутая плазма, пиздец, будет нужно. Так, по факту, мы уже, можно сказать, получили хотя бы даже такую пылечку. Осталось дело за мелким, за Этерналом. Хотя бы 16 штук, но нам нужно будет создать. Но это будет не скоро еще. Видимо, нужно будет идти в сторону миксера. Еще много всего. Как много всего, жесть, нужно еще сделать. Но хотя бы теперь меня не отвлекает энергия, производство энергии. И это уже радует. Хочется уже в третий терпать. И на квадах тоже уже, точнее на квадре уже нормально тоже перерабатывать. В общем, много всего сегодня произошло. Много каких новых пылек я для себя увидел, подчеркнул. Тоже интересно. Это, конечно, не может не радовать. Еще бы вот лазер. Хотя... А давайте еще вот и лазер поставим. Так вот. Так. Вот. Вот хэч. Эту штуку тоже надо будет забрать. То есть у нас получается.
Ага. Вот эту штуку взять. У меня как раз там случайно как-то появился здесь миксер. А, подожди, это миксер? Лазер. Лазер на 32 миллиона. Так. Так, так, так. Так вот. Это все, да? Я уже забыл, если честно, какие-то... Что, какие там настройки у лазеров? Так, 20-я микросхемка. Миск. Идеально. Так, энергию еще подвести чуть-чуть. И вот здесь. А, понял. Здесь у меня небольшая просадочка. Так. Давайте еще тогда вот. Хотя тут надо будет его. А, бог с ним. Сбоку где-нибудь запятые. Ну, надеюсь, что хватит канала. Ну, если честно, я так и предполагал, что здесь нам этих каналов точно не хватит. И у нас есть, смотрите, вот такая рядом МЕшная штучка. Так. Значит, через себя красивенько все и запитаем. Та-дам! То есть... Жидкость туда, это сюда. Но по факту даже можем даже протестировать. Бог с ним, я готов даже на это время потратить. Ого, запуск пошел. 9 секунд. Прикольно. А вот и он. Кайф, все работает как нужно. Достижений ничего нету. Здесь тоже нету такого. А вот он. Тых, тых. Прикольно. Вот, тоже заберем. Потихоньку открываются новые квесты. Это не может не радовать. Фух. Нет, на эту серию я слишком много всего сделал. Поэтому надо однозначно заканчивать. Надеюсь, вы уже поставили большой палец вверх. Написали комментарий. Ну, а я стараюсь для вас. С вами был Милтон. И до скорой встречи. Всем пока.